не видятся дальние страны. Похоже, я заболела. Мерещится мне Европа, балконы больших домов. Но я на таких ни разу, отроду не сидела, не слушала джаз 20-х, звучащих со всех углов. Не снятся аэропорты, утерянные причиндалы, актрисы за стойкой кассы и как вытираю стол. Но знаете, что забавно? Я в жизни ведь не летала. И так боюсь самолетов, не справиться валидол. А он глядит с улыбкой и что-то за нею пишет. Глаза оторвав от книги, он четко провозгласил. Какой интересный случай. Я где-то такое слышал. У вас в хронической форме нехватка душевных сил. Вы правы. Причины – люди. И здесь не могу соврать я. Вы знаете, есть моменты, которые топят в грусть. Хорошая память, наверное, мое проклятие. Я каждый черт мгновение запомнила наизусть. Послушайте, все осталось давно уже за плечами. Возьмите блокнот и ручку и слушайте мой совет. Билет в самолет, в дорогу, да так, чтобы лететь часами. Вы справитесь с этим страхом, стоит лишь захотеть. И все. Проходило время, меняя свои маршруты, ей виделись также страны, балконы и лунный свет. И она вспоминала лица и созданные минуты. Но чтобы сказать за это спасибо всем им в ответ. Я завтракаю клубникой, и мне так спокойно спится, как будто вчера на выкову нажал кто-то за спиной. И я с равнодушием камня опять высекаю искру, но как-то совсем забыла, что нужен еще второй.